мячей. Ну, была крупная победа у Амкара со счетом 4-1 в сезоне 2005 года. Очередная неточная передача от Сапеты. Ой-ой-ой, теперь еще и Березовский на ровном месте дарит мяч. И кубка, и гол. И гол. Ну что же делают динамовцы, а? Катастрофа какая-то. Подарили просто сейчас гол сопернику. И кубка сказал спасибо. И отправил мяч в ворота. 1-0 впереди Амкар. Вначале Сапета замешкался. А уж как выбил мяч Роман Березовский. Тут цензурных слов, я думаю, подобрать очень сложно даже комментатору. Не говоря уже о рядовых болельщиках. Ты знаешь, что самое страшное для Березовского? Он сейчас будет играть оставшиеся минуты первого тайма как раз за воротами, где находятся болельщики «Динамо». Я представляю, сколько он сейчас слов в свой адрес услышит, да? Вот на то же давление пусть на опытного футболиста. Ну и что касается реакции на гол, я посмотрел на скамейку Амкара, там было, конечно, удивление. Ты знаешь, Кирилл, просто люди удивились. Ну, такое приятное, конечно, удивление, но... Вот даже подскочил тут Николай Трубачев, действительно. Ну, никакого момента не было в принципе. Вначале Сапета попал в игрока Амкара, потом отпасовал назад вратарю. Вратарь выбил прямо на Якубка, дальше уже Якубка как паровоз промчался, пытался Сапета что-то с ним...